Здравствуйте, мои дорогие зрители, мои подписчики. Хочу представить вам новый ролик. В этом ролике хотел бы показать фрагменты того, что я снимал в начале года, в начале 2015 года. Там буквально будет по 10 секунд. То, как получится вам судить. Хочу поблагодарить за комментарии, которые вы оставляли в нашем прошлом ролике под названием «В процессе». Спасибо вам за комментарии. Вопросы, которые вы задаете в комментариях, я стараюсь отвечать. Если уж на что-то не ответил, не обессудь. Ну, стараюсь ответить на все. Лайки только приветствуются. Кстати, там лайков очень много, это приятно. Чувствуется то, что вам интересно смотреть то, что я снимаю. Но у меня появляется, как бы вырабатывается адреналин, который способствует тому, чтобы снимать. Но сейчас снимать особо не получается из-за погоды. Но будем стараться это делать. Повторюсь, любым комментарием я рад, будь то вы замечания мне делаете, критикуете или просто выражаете свое отношение к моим роликам. Вот и все. Подписывайтесь, я внизу сделаю ссылку под роликом на Перископ. Потому что планирую в будущем, как он мне написал, планирую в будущем делать онлайн-полеты. Также вас ожидает полеты коптер плюс петарды. Хочу это как-то совместить. Что из этого получится, это вам судить. Вот, ну в общем-то и все, что я хотел сказать. Еще раз спасибо, то, что смотрите меня, мне очень приятно. Все, пока. Спокойной ночи. Время сейчас 20:01. Сейчас ролик доделаю и скину. Все, счастливо. Кстати, еще хотел еще сказать. Пойдемте, я думаю, вам интересно посмотреть, что сейчас делают мои помощники. Чем они заняты. Время 22:01 ночи. Пойдемте посмотрим.